Вот. На это стихотворение есть своя версия Анатолия Лазарева из Ростова-на-Дону. Вот стихотворение длинное. И у нас с Анатолием разные были подходы. Он просто спел первую половину стихотворения, а я изымал строчки по ходу дела и надопел до конца. А результат получился по длине примерно один и тот же. И я, наверное, должен еще сказать, раз тут много коллег, я ставлю эту штучку сюда, чтобы тональность была си бемоль минор, потому что в этом стихотворении речь идет о сонате Шопена номер 2, которая в си бемоль миноре. И третья часть ее – это знаменитый траурный марш. «Как показать осень». Еще не осень, так едва-едва, ни опыта, еще ни мастерства. Она еще разучивает гаммы, не вставлены еще вторые рамы. Но день-другой все пойдет на спад, и предваряя близкий листопад, листва зашелестит, как партитура, и тоже забарабанит не в попад. По клавишам и вся клавиатура пойдет плясать под музыку дождя, но стихнет и немного погодя, наклонности опасных не скрывая, бегом, бегом по линии трамвая, помчится листопавший отрывок, тройное сальто словно акробат. И надпись «Осторожно, листопад», неясную тревогу вызывая, раскачиваться будет, как набат, внезапно загудевший на пожаре, и мы увидим, листья будут жечь. А листья будут падать, и ровный звук, таящийся в листве, напомнит о прямом своем родстве с известной шопеновской сонатой. И тем не менее листья будут жечь. А листья будут медленнее кружиться, пока бульвар и вовсе обнажится, и мы за ним увидим в глубине фонарь у театрального подъезда и белый лист афиши на стене. И мы особо выделим слова, что речь идет о нынешнем концерте. Фортепианной музыки в центре стоит Шопен соната номер 2. И словно бы сквозь сон едва-едва коснутся нас начальные аккорды торжественного траурного марша, и станут отдаляться, повторяясь, дали как позывные декабря. И матовая лампа фонаря затеплится свечением несмелым и высветит афишу на стене. Но тут уже повалит белым-белым, но это уже в полной тишине.